Здравствуйте, я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся» – программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня у нас невеста и три жениха – парашютист и автогонщик Никита, футболист и дзюдоист Самуэль и охотник и археолог Михаил. А невеста у нас Виктория, давайте знакомиться. Здравствуйте, я творческая натура, жизнерадостная, пришла за настоящими отношениями. Со мной моя подруга Марина и Константин. Проходите. Виктория, 24 года. Полюбила знаменитого актера из Болливуда и уехала в Индию. Но не смогла прижиться в чужой стране и вернулась обратно. Виктория – солистка популярной группы. Пишет стихи, катается на лыжах и сноуборде. Гордится, что смогла погрузиться на 20 метров с аквалангом. Предупреждает, что встает не раньше полудня. Виктория никогда не выйдет замуж за нарцисса и любителя клубной жизни. Ее избранник должен прийти на первое свидание с цветами, понравиться ее маме и обязательно полюбить ее собаку. Что скажешь о невесте? Виктория относится к тому типу людей, который стал в последнее время часто захаживать к нам в программу. Это люди с соединением Луны и Марса. Мягко говоря, неспокойный, очень упорный и своего добивающийся любой ценой, но иногда через конфликт, иногда этот конфликт сами самостоятельно организующие. Виктория способна удачно выйти замуж с точки зрения финансов. Правда, оценить всегда будет именно чувство и любовь. Вы удивитесь, что сейчас для девушек редкость. Но вот это самое качество, возможные вспышки гнева, пускай редкие, но все сметающие на своем пути, женихам точно придется принять. Тебе невеста нравится? Ну, нравится. Вон, смотри, красавица какая. Но, дорогая моя Виктория, это, в принципе, пока единственные ваши плюсы. Вообще, нужно как-то поумерить свои желания. Вы здесь не в Индии, и нам у нас здесь не Индия. А что за желание? Махараджи у нас, извините, не водится. Поэтому пиарить своих будущих поклонников или будущего как бы жениха нужно маме достаточно аккуратно. И с Бобиком тоже надо как-то решать, в конце концов. Что это такое? Ты про что? Так она хочет, чтобы он принял ее собаку. Ну, где собака, а где муж? Нет, ну, может быть, он также будет любить страстное животное. Ну, дай бог, дай бог. А если он не будет? Сейчас сказать, настолько она красивая, то что все равно вообще, какая у нее собака, какая у нее кошка, я ее приму с любым животным. Расскажите свою сказку. Вы знаете, да, это была такая история необычная. Можно я похвастаюсь? А я получила золотого павлина. Это главный приз. В Индии, правда? Да. Я жила там 2 года. Для меня это сказочная страна. Сказочные отношения необычные достаточно для меня были. Я в омут с головой в эту любовь покинулась. Ну как началось все, расскажите. Я просто отдыхала на Гуа с друзьями и увидела просто красивого парня, который за мной наблюдал, следил. Я не подала, конечно, никакого значения, ну красивый. Через какое-то время он нашел мой отель, где я живу, начал присылать мне цветы, подарки, приглашать меня на всевозможные ужины, завтраки. Но вы давали согласие, вы встречались? Нет, я просто с ним познакомилась и общалась. Мне было безумно приятно о нем принимать. Вам показываю. Все. А, вот они. Действительно красиво. Ну, это было... Ну, что ж ты мне не в руки ты даешь, господи. Да я-то что хочу и Вася, чтобы тоже посмотреть. Василиса тоже посмотрела. А он индус сам по себе? Нет, он наполовину индус, наполовину пакистанец. А просто лицо такое очень европейское. Красавец. Это были очень красивые отношения. И он ухаживал очень красиво. Дарил мне бриллианты, кольца, прилетал в Москву. Знакомился с моей мамой, которая здесь. Вы летали к нему? Да, я жила с ним там 2 года. Он из очень религиозной семьи был, да? Да, у него отец очень религиозный. До такой степени, что он сидел на кресле постоянно, читал Коран. И мне нельзя было показываться ему на глаза, так как мы жили в одном доме. Для меня это было очень, ну, дискомфортно. Я не могла выйти из комнаты лишний раз. По ней видно, что она восточных любит больше. Да, я не похож на восточного? Похож. Похож. На восточного хохла. Ну, потому что кто вы такая? Вы же не в качестве невесты или жены были в доме. Нет, я была именно в качестве невесты будущей жены. На мне было кольцо. А почему тогда нельзя было вас видеть ему, будущую невестку? По Корану. То есть ему нельзя было это видеть. Меня. Я впервые такое слышу, а что спать, по Корану... как, тоже нет, закрытыми глазами? Мы жили в большом доме, у нас было очень много пространства, соответственно, мы могли не пересекаться. Да? Нет, а спать вы как, не пересекаешь, что ли? Нет, с папой. Да не с папой. Я имею в виду с молодым человеком. Вы нет, конечно, в одной комнате, и мы жили, да. С ним вдвоем до свадьбы, и это никак не порицало с папенькой? Ну, я могу сказать так, что все-таки Сахиль, да, вот мой парень, он делал все для семьи, соответственно, они как бы прислушивались к его мнению и к его желаниям. Ну, а ты готов ухаживать или надо сейчас понять? Все, что угодно. Она ты плен... так прям вот все, что угодно, она, ты да, не знаешь да, пока она пленяет с первых минут. Смотрите, 2 года – это большой срок. Почему все-таки до свадьбы не дошло дело-то? Ну,
скорее всего, у меня в голове сложилась такая картина, что я просто не могу быть в этой клетке, ждать его постоянно. Я молодая, я хочу развиваться. Ну, вот скажите, там же без астролога не обходится ни одна свадьба. Это поэтому должны свадьба. Были в дом приглашены астрологи, которые бы назначили вам день свадьбы, ну, которая была... Не произошло, я улетела в Москву к маме. Может быть, вам казалось, что все серьезно, а для него это было вот такое красивое развлечение, которое Вы знаете, он мне представил там и прессе, и это был очень серьезный шаг для него. То есть я знала, что до меня у него была единственная девушка, она тоже была актрисой известной, и после нее была я. Парню просто нужна была красивая приставка к нему. А вас что, снедали комплексы, что вы рядом с ним? Нет, меня съедало то, что я нахожусь в одиночестве постоянно, в чужом доме, с чужой религией, без друзей. А он вас не брал с собой на съемки? Ну, это же так интересно. Ну, я хотела, конечно, с одной стороны, но я понимала, что ему некомфортно, он все время работает, я бы сидела в этом отеле. А потом он еще стал бахвалиться, да, перед вами? Да, потом сказал, что я вот такой, а ты кто? Да, соответственно. А ты кто? Да, вот а ты кто? Что ты просто... Нет, ты кто? А вот я хотела стать кем-то, вот именно поэтому. А вы до 20 лет были чем занимались? Ну как никто, была молодая девушка, которая училась, которая стремилась. Я училась в Москве в тот момент, я перевелась на заочное, я уехала к нему. То есть я летала на сессию. А какую профессию хотели? Я юрист, я уже закончила. А сейчас делаете в шоу-бизнесе карьеру? Да, так получилось, что вот самое интересное, что я приехала к маме после очередного конфликта, и пришла в караоке просто с друзьями. И ко мне подошел продюсер, говорит, девушка, вы хорошо поете, может, вы придете на кастинг? Я говорю, ну почему нет? И я пришла, и меня взяли в группу известных. Вы москвичка? Нет, я из Украины. Ну ты же позволишь ей развиваться творчески? Однозначно, я сам творческий человек. Ну, мы... Художник и певица, по-моему, просто... Идеально. Две творческие направляющие. Как вам этот опыт? Вы считаете, вы оглядываетесь на эту историю? Что с вами происходит с вашим организмом, с вашим сердцем, с вашей душой? Я думала, что я потеряла сердце, и я никогда не полюблю, потому что для меня это была большая трагедия. Короче, девочка страдала. Ну, это нормально. Нормально? Конечно. Он вас легко отпустил? Нет, я уехала, он мне очень долго звонил, говорил о том, что он на съемках, что он не может прилететь, что я тебе все оплачу, вернись. Я ему сказала, что давай немножко мы поторопим это все, я отучусь, у меня была сессия. Я говорю, мы созвонимся. А причина развода его вот до вас? Ну, потому что ее депортировали из этой страны. И... Значит, он не был на ней официальной да женой? Не был, нет, это гражданский брак. Да, да, просто гражданский брак. Ну, это он просто нагуляет, и поэтому отец не смотрит на вас. Устал, наверное, головой крутить. А религия тут при чем? Думает, ну что я буду? Ну, пусть сын развлекается при деньгах-то. Ну, хорошо. А теперь будете на чужую сторонку смотреть? Или все-таки своих будете искать? Ну, я посмотрю все-таки. Почему вы раньше полудня не просыпаетесь? Потому что моя профессия, она творческая, да, соответственно, очень много концертов, мероприятий проходят вечером поздно, да. Соответственно, я приезжаю поздно, ложусь поздно и поздно встаю. Значит не потому, ли это, что мужчина должен будет подстраиваться под ваш график? Ну, я считаю, что можно найти компромисс всегда. Всегда можно. Нужно будет мне встать раньше, помочь ему собрать его, приготовить что-то. Я встану, сделаю. Для любимого человека, конечно, да. А я вот хочу к вам, ребята, обратиться. А вы вместе работаете или... Я работаю вместе с Викой. Я близкий друг. Ну, друг не бойфренд, не бывший, нет, не настоящий. Друг. Настоящий друг. Чудик, чудик. Ой, нос еще как у орла. Полетели. А вот как вам кажется, кто может Викторию сделать счастливой женщиной? Я общаюсь с Викой уже больше, чем полтора года, как раз с того момента, как она приехала из Индии. И могу сказать, что это очень сильная личность, сильный характер. И Вике, конечно же, нужен сильный человек, не только физически, но и самое главное, как мне кажется, это чувство юмора. Потому что если не будет чувства юмора... У него отсутствует, что ли? Нет. Или она такие вещи творит, что без чувства юмора просто не обойтись? Должен был быть я, но я друг. Вот такое чувство юмора должно быть у ее молодого человека. Нет, я это очень люблю. Нет, совсем не такое. Я предполагаю, что вам нужен мужчина, конечно, не такой, даже с моторикой не такой. Ну, невеста мне нравится, друзья. Да, невеста пока шикарная. Я не уверен. Она вызывает только положительные эмоции. Друзей ликвидируем. Подруги мне не очень нравятся. Подруги, да. Подруг уберем. Но детей не планируете в ближайшем будущем? А почему?
Мне 25 скоро, и я думаю, что мне стоит об этом задуматься. И поэтому мне нужен человек для семьи, чтобы он был надежным, чтобы я видела в нем человека, отца, будущих детей. Опять. Ну, хотя какие-то критерии. Я думаю, если возвращаясь к вашей прошлой истории, вот к этой индийской, вам хотелось бы, чтобы мужчина все-таки был рядом с вами, правда? Ну да, нежели вот постоянно где-то и непонятно как, с кем. А вот ментальность, он должен быть одной веры с вами. Знаете, для меня это не принципиально. Я считаю, что у каждого много веры на земле. Никаких особенностей, никаких таких требований к вам не было от вот мужчины-мусульманина? Ну как не было? Подождите, что вы меня путаете. Он, извините, видел ее в определенные часы? Или она не имела права выйти? Нет, я имела право, просто мне было неудобно выходить, зная то, что отцу нельзя меня видеть. Да. То есть это другая ситуация. Просто я по совести это понимала, что мне не нужно этого делать. Виктория, мне понятно все про вас. Я считаю, что нужно уже знакомиться с женихами. Я вам желаю встретить свою любовь сегодня. Спасибо. Ну, а я скажу по старинке. На каждый горшок есть своя крышка. В общем, горшок я не поняла, что за горшок. И крышка вы тоже какая-то странноватая. Ну, вот буду ориентироваться на ваших свадьб. Может, с чувством юмора там как раз мы... А что странного? Красивая, молодая, стройная. Ну, не хочется потребительница назвать ее. Но она ни одного слова не сказала об этом. Ну, правда, извините, ее свадьба, я так понимаю, в общем-то, представляет интересы. И как-то она прям так лихо. Без денег нам не надо, но и... А ты бедного для своей дочери хочешь? Бедного? Да, без денег. Как всегда. А ты знаешь, я вот в программе слушаю про себя, прихожу к выводу, что, в принципе, да, я бы согласна на бедного, если по любви. Я все сделала для дочери, чтобы она могла это делать. Василиса, что? Вам нужен надежный мужчина. Вот что такое эта самая надежность? Это прежде всего ситуация, когда мужчина не мечется, не меняет свое мнение, когда... Мужчина последователен в своих действиях и логичен. Вот если сегодня среди наших женихов вы увидите действительно логичного и последовательного, выбирайте именно его, потому что именно такой парень может составить вам пару. А если мужчина говорит женщине сегодня «я тебя люблю, ты моя звезда», а завтра «ты никто, я звезда», вот этого мужчину уже нельзя назвать надежным. Ну вот, стоит прислушаться к словам умной женщины. Очень скоро нашу невесту ждут три незабываемые встречи. Возможно, одна из них изменит ее судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся». У нас в студии Виктория. Идите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Здравствуй, меня зовут Никита. Очень рад с тобой познакомиться. Ты шикарно выглядишь. И я безумно рад нашей встрече с тобой. Привет. Мне кажется, он может быть подружкой той подружки. Той подружки. Они найдут общий язык. Мне тоже кажется. Здравствуйте, Никита. С кем вы? Здравствуйте. Я пришел со своими друзьями, Антон и Елена. Очень приятно. Ну, давайте посмотрим на вас. Никита, 23 года. Дизайнер интерьеров, прыгает с парашютом, ездит на автомобиле по замерзшей Москва-реке. Предупреждает, что разбрасывает вещи от входной двери до кровати и может заснуть с тарелкой на груди. Избранница Никиты была страстной и творческой натурой. Когда дело дошло до битья посуды, решил с ней расстаться. Надеется, что Виктория не будет портить совместно нажитое имущество. Вот такой Никита. Ну, странный такой дизайнер. Потому что мужчина, у которого в гороскопе квадрат Меркурия, Марс и все это еще и Нептуном приправлено, очень редко выбирают себе профессии творческие. Но раньше такие мужчины бились на кулачках, сейчас есть экстремальные виды спорта, и они вот эти свои саморазрушительные порывы там и реализуют. Но если бы вы родились 1000 лет назад, были бы драчуном страшным, потому что тогда не было автомобилей. Вы знаете, честно признаться, это присутствует, и я очень сильно в себе это горшу. А, то есть не изжили. Совершенно. Ну, вероятно... Мне очень трудно с этим бороться, но я стараюсь. Мне кажется, такой немножко... Пассивный. Такой мягкий. Ну, как подружка. Я вот сейчас слушаю, и страшновато, парашюты, да еще по замерзшей Москва-реке.
Ой, ну, послушай, не, ну в 23 же... года не все сидят в библиотеке и протирают штаны. Согласен. Ну не знаю, не знаю, я все-таки поэтому... считаю, что это минус. Вот. А мне кажется, это как-то очень здорово по-мальчишески вот так рисковать. Но все-таки будьте осторожны. Ну, само собой, это в принципе первостепенная моя цель. Я, когда... А что вот вы не путаете страсть с плохим воспитанием? Девушка там как-то поколачивала тарелки о вашу голову. Может, она была просто дурно воспитана? Ну, возможно, просто там, на самом деле, вы знаете, нашла коса на камень. Ну, вы ее ревновали, есть... она вас ревновала, вы у нее да, телефон да, проверяли, да. На она самом у деле, вас... Я считаю, что мы были очень схожи по духу, мы очень схожи были по своему внутреннему какому-то устройству и... А был повод для таких страстей? Ну, да, отчасти были. Мы не изменяли друг другу, то есть но повод грязи... давали. Постоянно стремились. Грязи никакой не было, да, но все равно... Жили вместе? Жили... Ну, вы знаете как? Дело в том, что на тот момент я был не очень к этому готов. Да ты и сейчас не готов. Да нет, смотрите, у него такой прям взгляд еще. На ребенка как взгляд. У малыша такой, малыш. Я 4 дня жил у нее, а потом пятки мои сверкали, и я убегал к себе. Ну, это тоже очень по-мальчишески и правильно, я вам скажу, что, они влезли в серьезные отношения, правильно сделали. Нужно как-то немножко эту жизнь потрогать, пощупать ее, себя посмотреть ну, да, сразу. Да, 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 само собой. Это вот, знаете, а я вот знаю, что дизайнер, это все-таки высокооплачиваемая работа, а вы еще ну, на квартирку-то сам... не скопили. Что, заказов мало? Я выплачиваю за... Я живу в своей квартире и выплачиваю за нее 23 года, какой я молодец, вижу. Браво. На самом деле человек вообще не импонирует. Как бы он не был нашим сегодня соперником. Ты сейчас пугаешь меня? Нет, я имею в виду как человек. Вы пришли к девушке. Я знаю, я же не сказал, как мужчина. Посмотрите, конечно, Виктория своим видом уже... пленяет сразу, да. Во-первых, да. Представьте, сколько будет повода для ревности. Гастроли, товарищи, подруги. Близкие друзья. Само собой, да. Мы две творческие натуры, и нам в любом случае придется мириться с тем, что вокруг нас будут виться. Не привяжете, не будете настаивать на том, чтобы прекратила петь? И... Нет, абсолютно. А зачем? А зачем? Птичка в клетке. Ей все равно захочется вылететь оттуда. Во сколько вы с утра встаете? Рано. Ну, дело в том, что я ложусь утром. Как правило. Подождите. Встаю рано. Да, так на квартиру не заработаешь. Да, я сова, я веду ночной образ жизни. Ну, то есть вы в этом смысле очень схожи. Спать вместе будете. К прошлому ревновать не будете? К ее прошлому? Да. Ну... Показать? Да. А вы знаете... Сейчас, подожди, бумажки. Давай. Вот они, красавцы. Кажется, Никита, составить конкуренцию, да? Сахиди. Конкуренцию составить в чем? В количестве сережек в ушах? Или... Смотри, как кулаки молодец, молодец. И глаз как загорелся. Ну, вот знаете, мне, ну, честно слово, мне никогда не импонировал подобный типаж. У него там дворцов немедленно. Логично. Ну, это хорошо, но, еще бы вам не хватало, чтобы такие красивые мальчики ушла. Вам нравились. Я считаю, что Виктория была, пожалуйста, в хороших руках. Вам на память. А если придете домой с работы, а Виктория сидит, смотрит какой-нибудь индийский фильм, пускай даже его там нет в качестве главного героя. С поволокой в глаза, да, и так грустит, рассеяна. И сари на коленях расстелила. Ну, я постараюсь поверить ей, она мне ответит, что это ностальгия по прошлому. А там будет Амитабах Бачан, старый дед по телевизору. Переворачивающий внедорожники, да. Запретит индийские фильмы смотреть. Да, да. Радж Капур, враг номер один. Покажите сюрприз, который приготовили. Хорошо, с удовольствием. Виктория, так как я художник и довольно творческая натура, я бы хотел сейчас... исполнить на вас то, что я умею. У меня есть одно хобби. Я увлекаюсь японской каллиграфией. А я хотел попросить у вас вашу изящную руку. Спасибо. Я сейчас изображу на ней два японских иероглифа. И после этого объясню их значение. Это то, что у меня с первого взгляда проассоциировалось с вами. Мне кажется, он просто сладко, явно выраженный. Занятие каллиграфией созвучно знаку Девы. Этот иероглиф, прежде всего, означает красоту. Ну, ничего страшного, мы это сотрем скоро. Наждачкой. Нет, так что как ты можешь мою женщину с наждачкой? А второй иероглиф означает ум и мудрость вашу. Это то, что, я считаю, вам удается в себе сочетать. Приятно и необычно. Спасибо. 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 Проходите с своим другом в комнату.
Ну что ты почувствовал? Ты потрогал красоту, как твое ощущение? Да просят меня японцы, я боюсь, что я немножко второй... Приврал. Да, приврал, конечно. Ну ничего. Но выглядит красиво и очень идет. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. Давай поженимся. У нас в студии Виктория. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. Привет, Виктория. Меня зовут Самуэль. Я знаю, что девушкам надо дарить цветы, но я не захотел быть банальным, поэтому я дарю тебе то, что сделал своими руками. Спасибо. Ой, какой очень молодец. Мы ждем вас. Проходите. Ну, ты знаешь, судя по костюму, он только что с конкурса двойников Элвис и Пресли. Это от нашего стола вашему. Ой, спасибо. Специально для вас. Спасибо большое. А то вдруг похудеем. Да. Да. А пирожки, да? Сам пек, наверное. Взяточка. Вы у нас были? Да, один раз был, ну, в качестве друга девушки. Угу. Ну, хорошо, что пришли сегодня бороться за такую вот красавицу. С кем вы? Я с своим другом, которого зовут Асен. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Самуэль, 28 лет. Рэп-исполнитель, профессиональный футбольный вратарь, имеет первый разряд под дзюдо, ходит в клубы, предупреждает, что не любит животных и у него аллергия на кошек. Спустя год встреч возлюбленная Самуэля перестала отвечать на его звонки и сообщения. Оказалось, что она вышла замуж за другого. Надеется, что Виктория не станет вести себя вероломно. Надеюсь, в дальнейшем или будет вести, никто уже так не поведет себя по отношению к нему. Ну вот прямо так вероломно, надеюсь, нет. А вообще, мы ищем королеву. Такая, что была красавица из красавиц, умница из умниц, потому что Венера очень сильная во льве. То есть женщина должна быть просто звездой. Одновременно при этом... А чтобы армянской родне понравится? Обязательно, потому что Луна в гороскопе все-таки сильнее Венеры. А это значит, что мама будет всегда важнее невесты. Ой, ты даже без гороскопа, понятно. Я могу сказать, что и жена будет более значима, чем невеста, что тоже приятно. А тебе как? А что? Спортсмен, вон, романтик. Мне ваш костюм очень нравится. Спасибо. Правильного сегодня. Спасибо. Прям в таком хороший вид. Снежок. Снежок. Вот мой друг мне посоветовал. Что для рэпера большая редкость. Два творческих начала он присылал. Будете себе песни петь, будете песни друг другу. В разных жанрах. Да, ну а что он там? Рэп. А вы ему... Кстати, знаете хоть одну песенку-то выучили что-нибудь? Ну, так. А для настроения? Да, они очень мелодичные. Не будете, думаю, ломаться сейчас, прям нам споете? Ну, я не пожалуйста, буду. Ну, плиз, я ну, не помню, ну, не хорошо, помню Викторин, ну мы же не знаем хинди. Джимми, ача, ача. Марина, больше ничего не записывай. Говорю, кинокалуки, дуния, дель валюки. Ну ты пой, давай. Я просто знаю, что ты знаешь слова. Я не могу. Я с индусом не жил. Хорошо. А почему? Это хорошо. Вот и ты понял. Я тебе просто напел этот танцор диска. Давай сделай. Я думаю, надо помолвать. Дими, чтобы девушка. Дими. Ача-ача. Эй. Эсёна минуя. Ача-ача. Ты чего, ача-ача? Очень вяло. Правильно, Костя, я тоже согласна. Девчонки, ну не позорьтесь. Давайте люди нашего репертуара вам скажем. А нет, а тогда вы спойте, Кость. Да, давай. А если я двигаюсь? Я много-много фанатов Болливуда здесь. Я Розе спою. Давай. Насона, Наджанде, не то сезал, амкопя. Гороки на каноки, дуния эбель валюки. Не раздражает, нет, ручка. Ну абсолютно не нравится. Он такой ехидный какой-то. Но у него взгляд. Какая-то лягушечка такая прям хитрая. Хорошо, а теперь дайте к Самуэле. Как-то с вами бессердечно обошлась девушка, с которой вы познакомились. Так получилось, что теперь делать? Жизнь такая. А ну, почему? А? Почему он так поступил? Вы у него выясняли? Ну, не получилось выяснить. То есть... получил одно смс. Ну, что... они познакомились, да, в сети. В социальной сети, да, познакомились. Она была из другого города.
Вот, потом мы с ней встретились, я ездил к ней туда. Ну, так получилось, что, может быть, это повлияла ее семья, я не знаю, мне удалось выяснить это. Вот, ну, так получилось, что она вышла замуж за другого. А может, она просто испугалась, что вы армянин, а мама ей сказала... Она тоже была армянка. У нас бывает такое, что семьи бывают и не ладят, и важно, с какой ты именно... Ой, слава богу, что для вас это важно. Вот у нас бы еще хотя бы что-то. То что только у вас и остались традиции. Не испугается родня ваша? Вот, я думаю, нет. У меня очень современные родители, они меня поддерживают во всем. Есть... А вы во сколько встаете? Встаю очень поздно, потому что я работаю ночью. Да. То есть у нас практически одинаковая сфера деятельности. Что вообще обязательно должна уметь ваша жена? Она должна быть очагом в доме. То есть, чтобы в доме была гармония, уют. Тепло. Но я хочу, чтобы именно вот моя девушка, чтобы у нас были взаимоотношения такие, чтобы мы понимали друг друга и поддерживали. А разрешите ей работать? Да, если это нравится, почему бы и нет. То есть уезжать на гастроли разрешите? Я привык доверять. Может быть, я на этом и поэтому оступился, но я привык доверять человеку. А без доверия, мне кажется, не построишь. Смайль, у нее есть Бобик. Да, вы не любите животных, да? Я приму, что не люблю кошек. А у меня собачка, она маленькая, красивая. Маленьких я маленькими можно. Вот видите, как все разрешено. Маленькими ужиться можно. Слушай, Миша, ты как любишь собак? Я собак очень люблю. У меня у родителей два лабрадора. Между вами искра была. Все, вопрос закрыт. Наконец-то Мы пришли конкретно за девушкой. Мы пришли, схватил невесту, убежал, сам на ней женился. Очень хорошо. А вот ты всегда задаешь вопросы. А квартира в Москве есть? Квартиры нет в Москве, но будет. А вы тут губки-то раскатали. У нас как бы постоянный заработок. Это не проблема. Дело не в этом, есть она или нет. Тут отношения главное. Я думаю, что сюрприз связан с вашим творчеством. Мы хотим исполнить нашу песню, которую я написал, называется «Малиновые сны». Давайте с удовольствием послушаем. Сейчас мы ее исполним. Мчатся машины, в них юные дамы и богатые мужчины. Любовь продается, любовь покупается, кого-то отпустят. А те, кто останутся из золушек, обернутся в принцесс. Часы пробьют 12, и сказку сменит секс. Вечер чудес сменит ночь в отеле, и все растворится в холодной постели. Я слов не разберу, что там поет рэпер. Малиновые сны. Малиновые сны? Почему тогда не в малиновом пиджаке? Малиновые сны. Let's go! С капелькой слезы. Yeah. Она покинет клуб в объятиях. Больше шума, больше шума! В объятиях луны отдаст ему себя. Он для нее герой, она... Вокальными данными мы не располагаем, мы умеем только буквы читать. С капелькой слезы она покинет клуб. Я думаю, даже вот этот мальчик слева, который бородатый, он посимпатичнее, да, чем вот этот лысый. Однозначно, это абсолютно не такой, он такой противный. Знаешь, я думал, намного интереснее. Малиновые сны, с капелькой слезы, она покинет клуб в объятия звезды. Спасибо, Самуэль и Асен, и наши малиновые сны для вас. И вам спасибо. Спасибо большое, проходите в свою комнату. Совсем скоро нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю вам, Виктория, встретиться с третьим женихом. Проходите. Привет. Я Миша, это тебе. Приятно, спасибо. Самый красивый из всех, кого я встречал. Спасибо. Я пришел сюда, чтобы забрать тебя отсюда и жениться на тебе. Проходите, Миша. Я пришел с друзьями, с Иваном и с Гульнарой. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим.
Михаил, 25 лет. Директор по региональному развитию в строительной компании. Мастер спорта по гребле на байдарках. Увлекается охотой и рыбалкой. Занимается археологическими раскопками. Мечтает полететь на истребителе. Женится на той, кто будет варить борщ вкуснее, чем он. С будущей женой Михаил сошелся в 14 лет и не захотел ждать, пока она созреет для материнства и оставит карьеру. Надеется, что Виктория подарит ему долгожданного наследника. Практически вам уже все должно надоесть к вашим-то 25 годам, и вы должны уже перейти на тренерскую, как говорится, работу. А вам еще нравятся женщины. С 14 лет, бедное дитя. Пожил, пострадал. Да. Ну что это такое, Василиса? Что ж там звезды так посмеялись над нашим мальчиком? Слово «хочу», которое портит большое количество отношений и большое количество жизней. В данном случае это Венера в знаке Овна. Когда человек настолько бывает обуреваем своими желаниями и кроме них ничего не видит абсолютно, что способен идти на пролом, способен рвать отношения, если что-то не соответствует его желаниям. Я думаю, она когда попробует то, что мы сделали. Когда она попробует твою пахлаву. Ты понимаешь это. Она скажет, иф, 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 кого мы упустили. Роза, что скажешь? Ну, конечно, как ты правильно отметила, фрукт у нас краспелый пришел. И женился, и развелся. Но приданное есть. Есть куда жену привести. Мне еще нравится ваше увлечение очень хорошее. Археологическими раскопками. Глядишь, клад найдет. Тоже неплохо. После того, как я ознакомился с этими женихами, я стал на йоту в себе уверенней. Да. Мишань, ну как угораздило-то? Вам 14, а ей аж 16. И вроде ее-то за растление тоже не посадишь и не привлечешь. Ну, как получилось, то, что познакомились мы с ней на концерте. Как сейчас помню, Гуан Эйпс в Тушино на аэродроме. Мы еще в школе учились. А что слушали-то? Слушали все подряд. Совершенно просто друг пригласил меня на концерт, и там она была. Мой друг хотел с ней тоже встречаться, но получилось так, что она выбрала меня. Другу девушку не отдать, ну это что такое? Хотя бы поделись. Да сюда. Мой дорогой, вот когда вы мамке-то объявили, мама не посоветовала? Нет, родители, так как я неспокойный был всегда, они были только за то, чтобы меня кто-то присмирил, успокоился. Потому что когда я с ней находился, я всегда был спокоен. У кого жили? У меня жили в моей квартире. И в школу вот прям вот, да? Не, в школу я уже не ходил. Как? 14 лет? После 9 класса я пошел учиться, да. Куда пошли? ПТУ. Колледж спецназначения, так скажем. Чё, школа спец кого? Колледж спецназначения. Строительный. А, это там, где детей на ручниках ходят. На задании, а? Где детей в наручниках ходят, да, такой колледж? И к стулу пристегивают еще на перемене. А она в школу ходила? Она уже заканчивала школу. А дети есть? Детей да нет, к сожалению. Именно из-за этого я с ней развелся. Это вы серьезно? Потому что для нее была более серьезная карьера, чем... Вы прям в 14 лет хотели ребенка? Ну, как она, не в 14, но уже в 18. Я ей сказал, либо мы же женимся, мы уже 4 года простречались, либо мы расходимся, потому что я хочу детей, семью. Ты смотри, ультимативный какой. Детей, семью. Что-то да, как-то он детей, семью. Прям завтра сделает и детей, и семью. Мишенька, а вот вы говорите, вы неспокойный. Это что такое? Это вы как выражаете? Когда спит ножка себе. Это к нам к чему подготовиться-то? Ну, когда я один, когда я, то есть, без отношений, вне отношений, я неспокойный. То есть я делаю то, что я хочу, меня никто не держит, нет никаких обременений и так далее. Конечно, у меня автомат, багажники и сабли. Какие обременения? Миша, а во сколько встаете? Просыпаюсь в 7:30, 8 утра. Ага, а она только... К 2 часам. Ничего страшного, я привык на прошлой работе мало спать и много работать. О, это объясняет этот взгляд. Этот понурый усталый вид. А кроме клубов, что еще нравится? Я люблю путешествовать, охота, рыбалка. Люблю с Ваней ездить на раскопки. На раскопки скелетов.
Берем старые карты, покупаем, ищем, где были древние селения. И там копаем то, что найдем, то находим. И уже успешно были какие-то у вас? Да, были находки монеты. 1300 год, Османской империи там и так далее. Золотые украшения. О, золотые украшения. Но это приносит, да, какой-то доход? Или нет, это мы чисто души, как хобби. Хобби. Мы очень мечтаем найти двух золотых коней в Сарай-Бату. Это как бы нынешняя... Сейчас деревня Селитренная. Не рассказывайте всем, глупые. Зачем делитесь-то? Лучше сырки есть, покажите, которые приготовили. Я хотел бы спеть песню «Я люблю тебя до слез» Серова для Виктории. Отними глаза, рождественское небо, загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизни до тебя я так счастлив не был, для тебя вновь их так любишь ты. Эти белые цветы, я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз, вместо лжи красивых фраз. Это облако из роз. Он не попал ни в одну ноту. Белых роз. Ложа заселю. Я люблю тебя до слез. Эй, с ума люблю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мишань, порадовал. Ну, хороший у вас друг. Нет, уже не садитесь, уже проходите в свою комнату, а тут на нас посмотрите. Да. Спасибо вам. Вам спасибо. Супер, Миша. Да, супер. Спел ты потрясающе, у меня аж мурашки. Супер. Ну что, профессионалы, зацените. Красиво было. Понравилось тоже. Пусть поперек такта, но он ей это пел. Красиво. А кроме песни, что еще понравилось? Мне не понравился вот этот приставка «должна» все время. Она там не должна. Должна родить. Мы никому ничего никогда не должны. Почему пугать, когда мужчина хочет ребенка? Не понимаю. Ну, у него другие отношения к мужчинам. Я думаю, конечно, он вас будет ломать. Ну, и это тоже, он упрямый, все должно быть по его. Да. Я не думаю, что от Михаила стоит ждать каких-то потрясений, изменений. Он для кого-то будет, безусловно, очень хорошим. Есть миллион женщин, которые также страстно хотят детей прямо вот сейчас. Поэтому... Но не про меня. То есть. Нормально хотеть детей и нормально искать себе женщину, которая будет также хотеть этих детей. Ненормально другой, ненормально слово «хочу» ставить выше любви. Угу. То есть если она детей не родила, я встал и ухожу. Ну, значит, где те чувства были вообще? То есть что он любил вообще в процессе сегодня этих детей, отношений? Сегодня детей, завтра еще захочу что-то. Мне кажется, любой женщине должно быть приятно, когда мужчина хочет ребенка, хочет семью. Константин и Марина, у вас было время подумать. И кого вы сейчас будете советовать? Хочу услышать. Ну, из всех троих мне больше понравился Никита. Вик, тебе понравилось? Да, Виктория, мне очень понравилась. Очень красивая девушка. Я выбираю третьего участника. Михаил. Михаил. Вот это парень, настоящий парень. Он не бросает слова на ветер. Пусть он там все время хочет, что-то хочет. Слава что-то зародить. Богу, правда? Но зато все четко, коротко, ясно. И нечего выпендриваться. Как ты думаешь, она сюда зайдет? Я думаю, 100% должна сюда зайти. Если зайдет, выйдешь сам? Обязательно выйду. Я бы, конечно, тоже Никитку предложила бы, потому что взрослых нет. По крайней мере, дрессировать его еще можно, в принципе. Ну, привьешь ему пару хороших инстинктов за Никитку. Я думаю, у меня есть большой шанс. Ну, ты уверен, если она зайдет за эту дверь, я обязательно выйду с ней. Не буду оригинальной, мне тоже Никита понравился. Больше. Угу. Он еще и вам лучше всех подходит, потому что вам нужен мужчина земной. А он достаточно стабильный в своих предпочтениях. И я думаю, что и силы, и энергичности у него будет побольше, чем у Михаила. Ну, я думаю, она зайдет в любом случае. Это у нас все шансы, Никита. Конечно. Я с вами согласен. Честно. Я думаю, вы уже в нетерпении. Поэтому идите туда, куда вас позовет ваше сердце. Мы вас поддержим.
Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 44. Анна, 25 лет, номер 1917. Занимается продвижением фэшн-проекта. Мечтает о модной революции и принце. Не любит худых мужчин с длинными волосами. Рядом с собой видит ухоженного и сильного мужчину до 36 лет, который смирится с тем, что ее подруга станет членом их семьи. Максим, 29 лет, номер 1918. Главный техник в шоу иллюзионистов. Не видит своей жизни без путешествий и экстремального спорта. Предупреждает, что требует к себе повышенного внимания. Хочет встретить красивую и умную девушку, которая сумеет отстоять свое мнение. Мы не знаем, выйдет Виктория одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. Да, я выбираю тебя. Ты из всех, кажется, наиболее симпатичен. Вот, но это по-дружески. Я понимаю. Ты сделал правильный выбор в любом случае. Мне очень приятно. У нас есть пара Виктория и Никита. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 44. Я Лариса Гузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи. Как бы я понял, что как бы за мной придут. А не жалко было ту женщину? Действительно, к сожалению, есть во мне такой порог. Я в шоке немного тоже. Если муж в авторитет, да что, дурочка такие вещи говорит? В моей смерти виноват Дмитрий Дунаев. Достал свой меч, леденец. Перебинтуй мою душу, останови мои мысли. Ты мне сейчас очень нужен.